Ты хоть помнишь, как вы приехали в Михайловку или как вот вообще вот твои родители, как они попали в Михайловку? Вот я многих спрашиваю, никто не знает, каким образом они оказались в Михайловке и когда. Я так очень хорошо помню. А вот я многих уже и не могут вспомнить люди. Так, отец Михайловку еще до войны. 37-й год начался. А вот когда леспромхоз у нас появился? 37-й, вот по трудовым книжкам вот у наших дедов. По 37-й год. трудовым-то, значит, у обоих, что у Широкого, что у нашего, 36-й и 37-й год. Вот Иван Тимшин и Игнатий Павлович Матаков, они еще раньше туда пришли. На этот. Значит, проход уже был. Был уже, был. Как ты попал в эту Михайловку? Ну, родители-то откуда они приехали? Все ашабские. С Ашапа же ведь? Все ашабские. Ну, я потому что Зубенины. Ашабские, Матаков, ашабские. Да. Вот Ванька Пашев, вот Рыжий-то все говорили. Он тоже ашабский, вот. Все с Ашапа. Валентина Михайловна, хочу спросить. А вот что-то известно вот по истории нашего образования, когда наша школа вообще появилась в Михайловке, хоть какие-то истоки? Вот, что-то. Вот, Николай, тебе. Первая вот, школа была. Я помню, что возле сельпо какая-то школа была. Потом вот возле клуба как бы тут было что-то. Вот первая школа была, вот этот двухэтажный. Помощники, а до этого школа была еще? Да. Нет, по-моему, была она где Сельпо, где Хабаровы там жил. Ну где-то. Вот когда я пришла работать-то, вот эта двухэтажная школа была у Саитовского моста. У Саитовского моста. Да, вот там где-то была. Внизу жила учительница, Клавдия Николаевна Бутакова. А вверху было два класса, что ли. Работала Нина Александровна. Там до четырех классов тоже было. Да, может быть. Вот. Но я запомнила Нину Александровну. Четвертый класс, там отдельный вот это прирубок был. Соколова. Вот класс, вот и Зоя Григорьевна Сычева. А до меня, до 60-го года, ты учился там еще, дорогой мой Николай Алексеевич. Из окошка-то выскакивал. Учительница у тебя была Мария Михайловна Пестерева. Пестерева, правильно, Пестерева. Коля Вавилова. Коля Вавилова жена Николая Вавилова. Вот. Которые на горе живут там. Да нет, на Мушенке. А вот эту нашу-то, вот, которая здесь возле Конного-то, вот, где я учился в школу-то, ведь ее после войны построили? Да, конечно, нет. Его ведь. Еще школа была, знаете где? Где Зоя Ивановна жила? Да. Вот первая эта школа была, вот. Дом Зои Ивановны и Любовь Сергеевны. Вот тут была. Это возле Сельпо, что ли, прямо? Да, такой туда. Длинный вроде, как он был, да? Да, это туда. Ниже, да, Сельпо внизу. Вернешь, да. Стоял дом, а дальше-то вот. Дом-то вот. Да, вот тут еще была школа. Я вот сначала в двухэтажной учился, а потом в той школе учился. А вот ты и рассказывай. Да. А я забыл тут, я ходил в первый и все. Да не нужно, хоть до шестого. А что рассказывать-то? А я пошел, то что помню, что я первый класс пошел уже вот здесь была. У 54-м. Вот да, я в 54-м году пошел, она там уже была. Да. По крайней мере. Ну вот в 60-м-то вы в 7-м учились в классе. Да, где-то да. Ой, ага. Хорошие ребята были. Вспомнить есть чего. Я и Ваню Канисева любила, Любовь Сергеевна часто навещала вас в гости. Да, ходила. Хулиганы были. Нет, почему хулиганы? Тоже были. Авантюристские выпады ваши это. Это же самое интересное, что можно сейчас вспомнить, если этого не было. Ну чё, а Женька Трубин? Да, тоже в нашей компании он, был. Трубинов. Это он Трубинов, всего-то да. Лишь в соседском бараке жил. Это,
Все на уроки идут, а Женька не идет, книжки читает. Опять пойдет Любовь Сергеевна, Женьку ведет в школу. Женька хорошо учился, на четверке, на пятерке, а в школу не любил ходить. А почему не любил ходить? Все же более-менее одевались уже, а у него одеться не было, что было. А парень отличный был, хороший парень был. Вот такой хороший парень. Так. Галя Калюканова у вас хорошая была. А что-то я не помню. Вспоминай. Вот хоть убей, не помню такую фамилию. Веснушчатое лицо у нее, веснушки на лицо, много у нее. Кареглазые, волосы черные и это длинные. Сидела на второй парте вместе с Диной Ковалевой. На второй парте. На первой парте Лиза сидела с Шурой Гаминой, а эти девочки две на второй парте. Дальше там сидела Шура, Шура с тобой на курсах была. Шура Кулешова из деревни. А, Шура Кулешова я помню. Высокая. Да, высокая, ага. А с кем с ней она сидела, я это не могу сказать. А вот да, на последней парте Женька сидел, дальше там где-то ты на этом ряду сидел, на внутреннем. А Иванка, этот татарин, где-то тут верховодил, на втором ряду. Вот такой парень был. Хотел еще спросить, а вот школа новая, когда она открылась? Потому что я закончил школу, а Лиля говорит, что после она уже училась в новой школе. Да. Ребята мои, мой класс, мне, я вот закончила в 61-м году курсы закончила, второй год начала работать, мне дали классное руководство, это был класс Люси Воронцова, Галя Щукина, Саша Усов, вот эти ребята, Кашаваров Саша, Сушенки, Жангужинов Котя, Зотов Коля, Зоя Рулева, так, Хлопина Аля, Кашеварова Наташа, помнишь Кашеварову Наташу? Вот Алю помню. А это не та. Хороший класс был. И вот я что запомнила, с классом, класс Лили перешли, значит, стали жить, то есть учиться в этой, в новой школе, и с классом Лили, вот, Любовь Сергеевна была, а Галя Щукина, вот в этот класс, мои были, и мы все время проводили КВН. Стал в моду входить КВН. А школа эта начала, по-моему, работать в году 63-м. Наверное, скорее всего, так. В году 63-м, я так вот думаю. Они пришли, Галя пришли, наверное, в класс 7-й они пришли. Вот так вот. А ваши-то учились... Жукова, Лилия, они учились уже в 8-м. Вот в этом классе ведь много хороших ребят закончили. Вот Накорякова, учительница, Лена политехнический закончила, не знаю, какая специальность у нее. Лили, медик, вот это... Кто еще, ребята, вспоминать, так я всех вспомнила. Хотя бы открыть это фотокарточки были, я бы всех вспомнил. Специальности все получили. Ребята учились очень рьяно. К учебе были целеустремлены. Обязательно после школы никто. А вообще у Михайловские дети после школы никто не бегал. От родителей не бегал, и наставление школы, что надо учиться. Все учились, ребята, в школе хорошо учились, молодцы, молодцы.
Вот. И еще хороший был в это же время, в школу перешел, вот мне запомнился класс, Миша Шляпников, Коля Шляпников, Валя Погибалкина, Соколов Витя, Кулешов Витя, Кулешов Витя очень увлекался математикой. Каких ты вот учителей помнишь? Какие самое твое впечатление, о ком-то вот такое? Впечатление самых, это классный руководитель, у нас была Друзина Людмила, и вот самое лучшее это вспоминание, она осталась такая добрая, она была классный руководитель. Так она вас учила, что ли? Да. Ты у нее учился? Классный руководитель была. Я вот вспоминаю, для меня, конечно, была самая строгая, как вспомню, Пашила Зинаида Николаевна, да. О, как мы ее боялись. Это уже она учила старших. Вот это наш, да, наше поколение. А кто у вас был директор вашего? Да, директором самого? Школы была Разумеева Валентина Михайловна. Валентина Михайловна у вас уже тогда была? Понятно. А вот эти самые, что бы ты хотел своим учителям пожелать, одноклассникам? Ну, как, самое главное здоровья, всего, всех благополучий. Я думаю, надо им пожелать, чтобы не забывали они нашу Михайловку, да, все-таки. Что приезжали. Мы, я думаю, надеемся. Приехали, чтобы. Вот, нынче на день Филатов, что мы надеемся, я тоже надеюсь, встретиться со всеми. Пообщаться.